Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на вторую половину июля для знака Зодиака Водолей. Что вас ожидает в период с 15 по 31 июля? Представители знака Зодиака Водолей. Мы посмотрим работу, отношения, финансы. Получим советы или предупреждения от Таро. Также посмотрим неожиданность. Водолей. Вторая половина июля. Да, будете много мечтать, строить планы, летать в облаках, может быть. Или это выбор. Здесь еще карта говорит, если у вас очень много планов на эти 15 дней, не разбрасывайтесь на все, выберите один, доведите до конца, берите следующий. Они от вас никуда не денутся. Может быть, вот для других еще нет каких-то обстоятельств, не сложились, или нет ресурсов. Вот сейчас сделайте то, что вы можете реализовать. Еще, конечно, это карта влюбленности, но тут присутствуют розовые очки. Хорошо. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Так, что вас ждет в любовных отношениях? Первая карта. У кого есть отношения или брак? Вторая для тех, кто в поиске любви. Ну, вот у нас влюбленность есть, да. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. А что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Да. Совет предупреждения от Таро. Так, надеюсь, вам видно. И на дне колоды у нас десятка пентаклей. Ой, еще и звезда. Ну, здесь десятка пентаклей. Это полнота жизни – это исполнение желаний, связанных с вашим родом. Может быть, для кого-то это смена статуса. Ну, статус какой мог быть? Например, вы жили с родителями. Это обрести свое собственное жилье. Да, у вас появляется надежда. У кого-то здесь смена статуса, рождение малыша или беременность. То есть вы меняете свой статус на родителей. Также это может быть свадьба, наследство. Кто-то может получить наследство. Еще карта может говорить о работе. Да, здесь может быть сдача какого-то крупного проекта, получение прибыли. Может быть, это семейный бизнес у вас. Или нахождение работы в какой-то крупной компании. Ну, тут или работы, или, может быть, перевод на другую должность. Это может быть крупный семейный бизнес, частное предприятие или это государственная структура. То есть, ну, у вас по звезде появляется очень хорошая надежда на благополучное будущее. Так, хорошо. Давайте еще посмотрим. Ленорман. Сюрприз, неожиданность. Водолеи. Вторая половина июля. Ой, ну тут женщину, конечно. Для женщин здесь любовь. Приятное времяпрепровождение. Для кого-то как подарок, может быть, вот почему у нас десятка легла, а здесь верховная жрица, да? А для кого-то, может быть, это известие о беременности, но, может быть, вы лечились или при помощи, не знаю, какой-то женщины, ну, это может быть, конечно, не получалось забеременеть. Как бы все говорят, у вас все нормально, а беременность не происходит. Может быть, вам кто-то поставит правильный диагноз. Но еще здесь, конечно, подготовка к свадьбе. И, может быть, при помощи чьей-то мамы, вот семьи, наконец-то вы обретаете свое собственное жилье. Тут может быть еще предложение, конечно, и по работе. Сердце тогда показывает ваши очень хорошие эмоции. Потому что здесь все-таки восьмерка, здесь что-то новое.
Да, ну начинаем-то мы, конечно, со страхов, да. Что-то у вас в начале этих 15 дней ложится девятка мечей. Из-за чего-то очень сильно будете переживать. Девятка мечей, как правило, говорят, вот человек ложится спать, и вместо того, чтобы, да, заснуть, у нас начинается в голове вот этот барабан мыслей. А вдруг я там, не знаю, заболею, вдруг я потеряю работу, а вдруг вот у меня это не произойдет, или то. Да, как правило, это мысли, это то, что крутится в нашей голове. Вот какой-то вопрос беспокойства у вас в начале этих 15 дней будет. Может быть, за кого-то вы переживаете. Давайте на одну карту уточним. Может быть, кто-то у вас болеет, например, в семье, и из-за этого вы переживаете. Ну, может быть, вы с кем-то поругались и начнете себя корить. Вот, может быть, зачем я так резко говорила или говорила? Ну, вы помиритесь. Еще это может быть поездка, еще это может быть беременность, получение предложения руки и сердца, вступление в брак. То есть вот тот вопрос, о котором вы очень сильно переживали, он решится очень даже положительно в вашу пользу. С чем бы это ни было связано. Мир – это выход из какой-то сложной ситуации, которая вас волновала, мирным путем. Если кто-то переживал, например, что вы не можете куда-то поехать, то карта говорит, что вопрос решится. Но я говорю, я здесь не буду уточнять, я уже практически озвучила, с чем это связано. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. Для тех, кто в отношениях или в браке, да, верховная жрица. Иногда карта говорит о тайной связи. Но также это может быть помощь от пожилой женщины, может быть, от чьей-то мамы в решении, например, жилищных вопросов. Потому что у нас здесь смерть. Для кого-то здесь это финансы, для кого-то это может быть смена места жительства, да, кто-то, может быть, работу будет менять. Но мы смотрим для тех, кто в отношениях. Здесь будут траты на перемены. В совет ложится король Пентаклей. Это может быть какой-то человек, с которым вам нужно будет проконсультироваться или который поможет решить ваш вопрос. Но все-таки у нас вот 10 десятка легла и звезда. Да, я уже как бы эту верховную жрицу озвучила, но давайте все-таки мы уточним. Да, потому что иногда она говорит, нет, здесь получение того, о чем вы очень долго мечтали. Может быть, еще, знаете, вот это вот страхи, да, кто-то болеет в вашей семье. Это может быть неожиданное получение наследства. Да, как бы человека, может быть, не стало. Да, вы очень переживаете, но это для вас оборачивается тем, что вы вступаете в наследование. Вот, получаете, да, наследство и свое собственное, может быть, жилье. Так, здесь еще решается вопрос со свадьбой у кого-то. Может быть, человек вот сделает вам сюрприз. То есть вы этого не ожидали. От вас это было скрыто. Но что бы это ни было, нет, здесь нет никаких треугольников, здесь наоборот все оборачивается в вашу пользу. Как бы карта говорит, произойдет какое-то очень радостное событие, но оно от вас пока скрыто. Какой-то сюрприз. Так, для тех, кто в поиске любви, да. Для мужчин здесь знакомство вот с такой дамой, но по букету это будет очень приятная, милая, очень спокойная женщина. Ну, здесь зарождение чувства. Для женщин, я уже сказала, здесь какой-то подарок. Может быть, еще, карта говорит, от какой-то любящей для вас женщины. Вот по жрице, я говорю, для кого-то это подарок от мамы. Но это что-то очень для вас приятное. Но тут у всех будет по-разному. Также здесь влюбленность и возникновение взаимных чувств. Но, смотрите, все-таки в конце 15 дней у нас ложится восьмерка. То есть у нас семерка перешла в восьмерку. Да, семерка – это влюбленность, но, как я говорила, это розовые очки. Поэтому, если вы познакомитесь с человеком в эти 15 дней, а вы познакомитесь, то карта говорит, что вот смотрите на человека более реалистично. То есть как бы не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Понимаете, что это человек со своими достоинствами и, может быть, недостатками. Давайте мы вам одну карту для тех, кто. Да. Но тут еще, знаете, по тузу мечей это надо принять решение, вступить в эти отношения. Конечно, мечевая масть – это ваша масть.
Семерка еще иногда говорит, может быть, даже о выборе. Может быть, у вас знакомство будет не с одним человеком, а с несколькими. Поэтому туз – это тут вы будете принимать решение, с кем оставаться, а с кем расставаться. Ну, выбор – это уже хорошо. Да, влюбленность будет, но вот вас карта предупредила. Более реалистично, да, снимайте розовые очки и смотрите на человека таким, какой он есть или она. Работа. Здесь или новая работа, или новая должность, или начало нового проекта. Но по восьмерке, как правило, то ли вам еще здесь опыта не хватает. Да, это карта подмастерья. Она говорит, начало есть, но для того, чтобы вы росли как мастер, вам нужно еще обучаться, получать мастерство, может быть, еще какие-то знания, как бы оттачивать, вот как кузнец оттачивает вот этот пентакль. И по мере того, как вы будете расти как профессионал, будет расти и ваша финансовая составляющая. Ну, вообще, восьмерка – это начало нового карьерного пути, начало нового проекта, бизнеса, как я уже сказала. Иногда она говорит, чтобы что-то начать, может быть, надо заручиться чьей-то поддержкой или чтобы кто-то в вас вложился. Вот вам в совет ложится король пентаклей. Да, эта карта может показывать какого-то человека, которого вам нужно будет заинтересовать, чтобы он в вас вложился деньгами. Но король пентаклей рисковать не будет. Если он поймет, что он на вас заработает, то тогда поддержку вы получите. Еще карта может показывать в вас. И она говорит, если вы сейчас что-то начинаете новое, да, это здорово, но постарайтесь не рисковать. То есть не потерять уже то, что вы имеете. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, у нас тут рыцарь, который затем переходит в короля. Здесь хорошие перспективы. Скорее всего, эта работа будет связана с тем, что вы уже умеете. Но еще вот эти три карты говорят, что кому-то придется уехать на заработки. Рыцарь – это поездка с целью заработать. Да, может быть, это какая-то длительная командировка, в которую вам не очень хочется отправляться, потому что, скорее всего, эта командировка будет в одиночестве. Вам придется оставить дома семью, может быть, даже надолго. Или это переезд вот по миру куда-то. Может быть, девятка говорила, что страхи были. Переживали вы, получите вы это приглашение, не получите. Ну, раз мир лег, то да, предложение вы получите. Причем, если вы туда уедете, вот в совет вы станете уже королем пентаклей. То есть есть шанс повысить свой материальный достаток, получить очень стабильное положение. Поэтому здесь у кого-то нахождение работы, у кого-то здесь переезд. Но по-любому, вот по рыцарю, заработок будет очень стабильный. Финансы, старший аркан, смерть. Ну, это смерть у нас, это перемены. И ты еще, знаете, закрылся один финансовый канал, и открывается новый. Кто-то будет тратиться на переезд. У кого-то, вот я говорю, может быть, человека не станет, но, опять же, это даст вам вот шанс получить, например, наследство. Кто-то будет менять работу. Или смерть говорит, закончить старые дела, почистить все хвосты и браться за что-то новое. То есть вот эти 15 дней денежные потоки у вас будут меняться. Но, как правило, смерть говорит, да, уходит что-то, что нам уже больше не нужно. Появляются новые пути, новые возможности, новые перспективы. Ну, восьмерка в конце 15 дней, я говорю, кому-то придется срочно куда-то уехать. Кто-то, может быть, по смерти откажется от какой-то работы, ну, или работа, или бизнес, который больше не приносит вам ничего. То есть по смерти это что-то уже отжившее себя. Да, раньше, может быть, это вам и нравилось, и финансы шли. Но, может быть, с тем, что происходит в мире, вы поменяете направление. То есть это отказаться от старых проектов, задумок, планов и ставить новые задачи. Ну, в совет предупреждения, да, карта говорит, или заручитесь чьей-то поддержкой, или постарайтесь сохранить уже то, что вы имеете.
Хорошо. Давайте еще для вас получу совет. Водолей. Вторая половина июля. Так, совет для вас. Котелок. Так, перевернутый сейчас. Убавьте огонь и прервитесь ненадолго. Есть риск перегореть от чрезмерной активности. Когда вы беретесь за слишком большое количество заданий одновременно, ни одно из них не получается выполнить хорошо. Да, ну вот у нас семерка кубков выпала, когда я готовила колоду. Она и говорит, что вы не хватайтесь за все дела сразу. Вот возьмите какое-то одно дело, доведите его до конца, берите следующее. Да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.